хорошая связь не пахнет. Это группа Николая Ивановича? Да, группа Николая Ивановича. Его сегодня не будет. Как не будет? Тихо, ребята. Он сегодня новую технику получает. Михаил Тимофеевич, эти трое с вами. Сборочный цех. Ага. За мной, ребятки, вот сюда. Так. Слава, слушаю. Эти трое, раз, два, три, четыре, первый цех. Пошли, мальчики. И эти трое, раз, два, три. А это со мной. Пойдемте, ребята, в механический цех, я вам расскажу, как мы работаем. А ты кто? Виктор Давыдов. Так, куда же я тебя одену? Ты, значит, в остатке. Хочешь голяпу? Это наш слесарь, сборщик. Вот и молодец. Я так и знал, что хочешь. Ну вот, это наш новый гальванический цех. Голяпу не видели? Нет. Голяп! Голяп! Ну вот уже. Вентиляцию монтируем. Здесь должен быть где-то. Голяв! Зачем звал? Вот тебе ученик Голяв. Зачем? Только на один день. Их мастер сегодня новую технику получает. Отличник. У меня четверка по физкультуре. Мне бы надо отличника. Что ж ты так? Уж так получилось. У нас в классе всего двое отличников. Серпов и Санкина. А я хорошист. Ну, вы тут сами. Так по рисованию у тебя пятерка? Пятерка. Крась мотор. Спрячь, а то Фантомас стащит. Все тащит себе, особенно что блестит. Все, все. Ты его разной краской крась, чтоб цветной был, красивый. Я люблю, чтоб красиво. Крась как для себя. И крышки на банках закрывай. Эмалевая краска сохнет на глазах. Понял? Понял. Ну, ты прямо художник. Я хотел прикрутить, а гаек нет. Это я сделаю сам. Ты прикрутишь не так, мне потом откручивать. А гайки Фантомас стащил. Я принес, новенькие положил, отошел, повернулся. Нету. Как будто и не приносил. У тебя, что ли, Фантомас? У него по глазам видно. Зверь. А не птица. Что хочешь, стащит. А почему вас зовут Голиафом?
Ну, Голиаф, это значит очень большой, очень сильный и очень честный. Уловил? Уловил. Ну, можешь идти. Куда? Домой, сынок, к маме. Ну, иди. Сторожишь? Сторожи. Молодец. Ой-ой, подушки, птички. Спят, птички, спят. Несмотря на свой малый возраст, он достаточно агрессивен и может представлять для людей определенную опасность. Поэтому его пришлось усыпить, ну, точнее, обездвижить. Ветеринарные врачи зоопарка проводят его полный медицинский осмотр. После тщательного осмотра и карантина тигренок будет переведен в просторную клетку. Рядом со старожилом зоопарка тигром Амуром, которым и дети, и взрослые посетители зоопарка любуются уже не первый год. Народ, но мастера. Как будто и не приносил. Здравствуйте. А? Здравствуй. Ты сегодня у меня работаешь? Нет. Я вот булочки принес. Прикрутить бы надо. Нет, не надо. Скажи, художник, у тебя по химии пятерка? Пятерка. Как это называется? Вот идешь, есть, а пришел нету. Мираж? Мираж. А что вас, собственно, беспокоит? Вот,
пришел. Так. Принес. Так. Положил. Угу. А вернулся, его нет. Ага. Что принес? Что положил? Чего нет? Мотор. Не понял? Мотор. Лодочный мотор? Лодочный. Ну, там цветочки поливать. Так. Витамины. Огурчики, помидорчики, укроп. Прошу, садитесь. Садитесь. Капусточку. Лодочным мотором воду качать. А может, вода кончилась? А? Вода, вода есть, мотора нет. А теперь опять есть. Ага, значит, мотор то есть, то нет. Я правильно вас понял? Да. Так, в мотор покупали? Что? Я спрашиваю, вы мотор покупали? Да или нет? Отвечайте. Пожалуйста, отвечайте. Ну, не то чтоб. Так, смотрите мне прямо в глаза и... О, Фантомас прилетел. Сейчас тащит что-нибудь. Все блестящее тащит к себе. Уже улетел. По утрам зарядка и холодный душ. А теперь смотрите мне прямо в глаза и повторяйте за мной. Мотора нет. Мотора нет. Ну, пожалуйста. Мотора нет. Прекрасно. Еще раз. Мотора нет. Очень хорошо. Так, дальше. Мотора. Как нет? Уже нет. Опять нет? Нет. Не может быть!
Московское время 7 часов. Ускоряемся. Диверсант, вредитель. А зачем вы его домой уносите? Зачем я его домой уношу, я знаю. А твое дело в школе учиться. Повтори. Мое дело в школе учиться. И в чужие дела не соваться. Повтори. И в чужие дела не соваться. А то может что-то случиться. А вы его все равно не унесете. Унесу, сынок. Не унесете? Унесу, сынок. Посмотрим. Посмотрим. Тут наш бригадир должен быть. Не видел? Ушел он. А щебенку куда ж сыпать? В яму, что ли? Точно, в яму. Ну, так бы сразу и сказал. Ха-х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 а
Эй, художник! Хорошист, выходи! Поговорить надо. Я его сам собрал. Все равно государственный. Ты самолетики строишь? Кораблики собираешь? Все равно государственный. На 15 копеек купи себе мороженое. Эскимо. Эскимо стоит 20. На. Спасибо. А мотор я приварю электросваркой. Я теперь у сварщиков на практике. Да, молодец. Ну и скоро она у тебя закончится. Завтра. Последний день. Последний. А послезавтра у 7-го Б практика начинается. Ну и что? Друг у меня там. Я ему про вас рассказывал. Тоже хорошист? Отличник. Из кружка юных следопытов.